всем на уровень суток. Взял вкусняшек и копыт, и косточки. Короче, сейчас пока мы сезох и хочу пойти погулять на водохранилище. Ну, во-первых, она чтобы попривыкла к поводку. Но походить, чтобы не забывала, впереди выставки. Поэтому поедем. Они погрызут. По копытцу, наверное, дам на ночь. А этот. А сейчас по такой, по сахарной, по человеческой косточке дам. Суповой. Во. И все. 3 градуса на улице. Лужи появились. Такие дела. Ну, поедем с Богом. Ну что? О, тут скоро будет бассейн, да? Не ели ничего. Понятно. Капризничаем, да? Ну. Косточки дают свое знать. Ты съела, начала есть пшеничную кашу. Да? Половинку съела. Ну да, половинку съела пшеничную. Зажрались. Ты со своим, да? Со своим? Ну выходи со своим. Ты горлопан, тоже плохо ел. Ничего-то толком не ел, доедаешь старое. С мисок не брал. Бери, бери, охраняй свою еду. Закрутила, закрутилась по туалетам. Скоро поплывем. Че этот? Такая дурында она. Чес. Сейчас пойдем с тобой на водоохранку сходим. Ай, белкунь. Прыгает сейчас будет. Так, она как лиса охотится, подпрыгивает. Такая чудная, интересная. Так, морда. Злата, идите сюда. Каюр. Улетит. Гоняй, гоняй его. Чачи затрон, пойдем с тобой погуляем. Поводки, ошейники. Чуть я тебя скоро здесь сейчас и здесь буду начинать с вами кататься в лом, конечно, во много раз. Ну как в лом? Не в лом, а больше в целях экономии, а так и от жизненной ситуации, а так это. Повожу сейчас ее на поводке, погоняю. И больше буду сейчас, чтобы она ходила. Шубы, конечно, шикарные, все витамины и так далее. Очень красивая, пышно одетая, шикарная. Богато одета собака, у нас так говорят. Богато одетая. Вот. Бел! Белконя, пойди ко мне. Иди сюда, Бела. Не твои косточки. Ты ко мне даже не подошла. Воспитательница. Мячики твои там. Так что нас не теряйте. По возможности что-то буду снимать, показывать обязательно. Каюр. Такой деловой. Вот. Здесь скоро все поплывет. Сюда не въехать. Да, что она тарахтонит? Тарахторит, тарахторит. Трах-трах-трах-трах. Что ты смотришь на меня? Скоро колея. Ну, держит еще. Ну, скоро все это. Откроется земля. Злат шакалит он. Злат, что там делаешь? Злат, не надо там ничего копать или что-то. Посмотрела. Злата!
ускорилось. Ушла туда. Загораживать надо будет. Все по возможности. Конечно, надо. Какие-нибудь листы дешевые, может, куплю. Ты с мячиками, с мячиками. Злата, что ты вдоль забора шакалишь? Что ты собираешь? Сейчас не пускай даже каюра. Сейчас пойдем с тобой. Взял вам копыта и по косточке. Пока погрызете, я сейчас за троном схожу. Так, радиоошейник я взял, навигатор я взял. Чуть зарядил, но не до конца, нам хватит. Каюр! Это ее еда. Каюр! Каюр! Каюр, три Христа. У меня девки везде, покоя нет, везде тот мячик, и там еда. Отстояла. И косточку грызет, и кашу вынесла. А зачем ты вот вынесла кашу, а? Вот скажи мне, кашу зачем вынесла? М? Морда. Чеза, дай мне. Прыгай. Каучук. Голос. Да. Бел, нету ничего. Все равно кашу ест пшеничную. Да? А Златка ходит, травки собирает вдоль дома, ну, забора. Знаете, какие голодные. Чуть по чуть. Пшеничную еще доедают. Замороженную. Отгрызает. Она уже такая рыхленькая. Но... Борда. Опять замерзнет. Будет каток. Злат, шакалишь по траве, да? Нет, еще зеленый, еще рано. Ничего у нас еще не прилетело. Не отлетело. Так, лопаты. Шестой вольер. Мне больше не нужны, я так думаю. Ну и все. Чуть-чуть начинает чернеть дом. Надо будет покупать, опять обрабатывать все. Даже шкурить надо. Низы чуть. И баню тоже. Спасать. Так. Ладно, пойду я за этими. За витаминами. Потом дам по косточке, пусть они погрызут. А я сейчас и схожу. Ну так, да. Подсыхает, все высыхает. Лыжи надо будет просмолить. И убрать. В доме-то. Сейчас, Каюр. На улице ноль. Здесь практически не идет. О, как показывает. В доме плюс 3 почти. Ну да. Уже можно жить. Так. Себе я потом возьму. До 14.04, видите, до срок годности есть. По витаминке идем, я вам, наверное, воды-то я вам как налью. У меня воды-то нету. А вот служи, налью вам воды. Начерпаю. Там много-то не надо. Бел, мокрый сейчас будешь вся. Бела, белкунья. Бел, иди ко мне. Белка. Что-то унюхала там, наверное, запасы. Белкунья, сейчас мокрый будешь, грязная вся. Течет вся. Иди сюда, Бел. На, возьми.
Ты съел или нет? Он съел. Чес. Чес. Иди, мой маленький ребенок, иди. На. Косточка, косточка. Койот. Тихо, тормози, не обрызгай. Те же брызговиков-то у тебя нету. Съел хорошо. Тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Мать Тереза. Сейчас я Злате дам. Да. И что? Да что ты? Волки позорные, да? И что ты вот это такое вот? Косточку сейчас дам вам. Злат, пойди ко мне. Злат, попробуй одной рукой дать. Сядь. Сиди. Не надо только ложиться. Я тебя зажал. Ой, ты молодец. Вишню давайте выращивайте мне. Две штуки. Разголосилась. Палач. Соскучились, погавкать. Лайк она есть. Для того и лайк, чтобы лайк. Да? А жопу-то отклячивал-то, как на подиуме. А? Все мячики оголились, тут даже которые порваны. Склад немножко переместился на всю площадку. Сейчас все растает, буду с мешком ходить, собирать ваши... То, что вы нагадили, буду ходить собирать кокулят ваш везде. Пока травы не будет. Соберу. Соска и все. Игрун. Таблетка какой-то неправильной системы. На выставке я с вами повешусь, наверное, с тремя. Там будут же и какие-то разные маленькие собачки, и спаниели, и так далее. О, Господи. И сколько ж надо миллионов вести, чтобы за все там рассчитаться, если вдруг что. Да, да, каша она чезиной. Она с косточкой. Ну, сейчас пойдем с чезухой. Так. Злата куда-то потихоньку шакалит по траве, где трава уже есть. Да, иду, доску куплю, тоже надо застелить. Банник, терраску, баню. И он чернеет, тоже надо зашкуривать. Она хоть и обработана, но все равно надо довести ее до экстаза. И это, еще раз пройти. И дом также. По возможности, он вверху, он чернеет. На втором этаже. Пройду. Куплю какие-нибудь эти специальные насадки. Болгарка. Дрели, шуруповерты. Все в ход пойдет. Зашкурить, поработать. Обновить, и будет нормально. Еще хватит. Ну, а на следующий год, кто как думает, я поставлю котел. Конечно, надо котельную отдельно делать к этому дому, по идее. Но у меня нет средств, чтобы делать отдельно котельную, поэтому сделаю котелок, поставлю аккуратненький в доме. Будет как тумба. Ну, и будет отапливаться, чтобы с лайками прожить следующую зиму, потому что я думаю, что если вернутся наши настоящие русские зимы, как все года, а не в платье ходить. Даже собаки попутались с этой погодой за последние годы. У нас линька, непонятно когда происходит и так далее. Надо готовиться к хорошей зиме. Сейчас весна будет, сосны я выкопаю вот эти вот, одну выкину. Она высохла, а те две живые. Я их пересажу в другое место, может быть, в березки отвезу. Села. Вот. И все, вот такие планы. А сейчас он чизотрона. Пойдем прогуляемся. Пойдем по косточке, да? Закрою, пусть сидят.
Хотя и каша у них неплохо идет. Деловые. Зажрались. Одним словом, зажрались. Теплеет. Зад, и, конечно, еще можно тебя, но уже вот прям сейчас, если только на выставку вести. И тоже скажу, что ты закормленная, толстая. Не, уже не выставочная. До месяца, если кто, многие не знают, собаку можно, вот если, ну, повязали собаку, до месяца беременности еще можно ходить. После месяца все. Но она набирает последние 2 недели, вообще шикарно набирает. Вот. А так скоро будем ждать. Ну, белые точно будут в понятии. А там как генетика. Это такая сложная штука, что могут быть и серые, и какие только. Посмотрим. Желательно, конечно, поровнейше был помет. Чем больше ровнее, тем лучше. А не каждого по Пете Васе и так далее. Как говорится, всех окрасов западносибирских лайк. У меня, в принципе, всегда ровные пометы были. Вот. Ну, посмотрим, что дает Каюр. Посмотрим на будущее. Златка, я думаю, что у ней родители все белые. У тех собак тоже есть белые собаки. У Лаймы родители не белые. У Лаймы Азарт Василий Филиппович, он рыжий с белым. Вот. Ада палевая. Как тайна была, вот, ну, окрасом. Вот. Море, вот белкуня в море пошла с такими же пятнами на голове. Еще пятнышко посередине между ушей было. Вот. Тоже такие же пятна на боку. Но у нее еще есть вот с Тюмени по Соболю. Есть кобель. Он уже старый. Не знаю, живой он или не живой. Вот, Александр Николаевич. Тоже с такими же пятнами. У него трубы сотка, наверное, как волк. Такие лапы здоровые. Прям он идет, как волчара. Очень красивый кобель. Тоже такой же белый. Тоже родня все. Ишимская. Ну вот, в принципе, немножко опять по собакам чуть рассказал, показал. Так, а мы сейчас пойдемте посмотрим, что там на водоохранке, что там рыбаки. Рыбаков прилично. О. Ну, а думаю, что Златка все равно, если бы ей найти на будущее хорошего рабочего белого кобеля, у которого белые кобели, в принципе, если чисто белых потом только собак, чтобы были чисто белые щенки, это надо несколько поколений. Задний ход ко мне, а я отхожу. Ну, просто паркуйся, что ты? Паркуйся. Во. И это... И то не факт, все равно будут выскакивать, потому что в западно-сибирской породе много разных окрасов и в родне, и серые, и белые, и рыжие, и каких только нету. И палевые, и темно-зонарные, и все что угодно в западниках. Очень распространенная порода и так далее. Вот. У русских, европейских лаек все немножко полегче. Черный с белым и все. Так, ну что, пойду к косточкам. О, нифига себе, на 17 минут почти наболтал с вами. Здесь сейчас, а когда же мы будем на водохранение? Надо идти, поводок, ошейники. Ой. Чес. Водок у меня брезентовый, в этом есть. В машине. Бела! Ударяешься просто мордой и все. Как вот дам сейчас вдоль хребта. Бела! Тебе сейчас одену. Так раз. Все. Иди, садись. О, ревну. Ревности сколько. О, никуда никто не поедет. Увидели поводок с ошейником. Все. От радости он даже свой пистолет выдернул. Морды. Что значит поводок, ошейник? И значит куда-то это.
Движуха какая-то. Летит, летит, машина летит, не? Что? Чума. Зад. Воспитание. Небольшое. Игры. Это просто игры. Они никому вреда не приносят, кто не знает. А она, вот ошейника это, возиться начинает. Зад. И так, больше рыку. Ура, 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 ура. Ходу, ходу. Здесь снегу побольше. Она всем люлей дает. А так она валяется, чистится. Вы ей мешаете. Вы ей мешаете. Да, дай им. Она чистится, вот помните, как она ошейник? Сейчас вот будет это. И возится. Во-во-во, видите? Она из ошейника так делает. Потому что у нее что-то на шее. А? Как тебе каюр, она люлей тебе дает. Каюр, уйди. Ну как клыки показывают тебе. Да? Ура, ура, ура. Красавец. И ты красавец. Иди, иди, она сейчас тебе даст. Повод. Каюр, блин. Повод копанул за нее. Ведь шел мимо. Каюр. Она вам что, мешает? Ну, он... Каюр! Все. В чем дело? И гуляй. Злат, ты что, за что ее гоняешь? Сейчас я вас загоню. Пойдем мы с ней погуляем. У, хулиган. Морда. Так, это вам на ночь. Во, летит. На шелест. Во, во. Тут как тут. Не сотрешь. Сейчас я им дам. О, помаленький. А тебе потом придем. У тебя будет двойная. И что? Давай, лети. Все, закрыл, открыл. Без домофона. Ой, облизывается на вкусняшках, на. Без голоса, без всего эти будут. Влад, ты иди. Какой он кашет мясо, когда он... На, одну из двух бери. Ай, пальцы. Взяла правую. Ближе к себе. Ближе к себе не взяла. Ячку не хотите. Буду гречку потом варить. Держи. Не удержал. Хотел, чтобы она голос дала. Не получилось. Вырвала. А мы с тобой пойдем. Че? А, Чез. Чез. Морда. Пойдем. Да, да. Так, я их закрыл. Нет, каюр открытый. Чудить будешь. Иди. Вышел он. Проверяй, вдруг что-то еще дадут. А я не рядом. Ты прыгун. Пойдем с тобой сейчас. Сейчас я поводок возьму. Пойдем. Сходим. Чес, пойди ко мне. Пойди ко мне. Молодец. Послушай, он тебе хороший.
отстой. Сажать эти не буду, потому что вода. Пойдем. Да, да, на поводке. Блин, радиоошейник одевайте. Вообще-то надо, да? На всякий случай. Тут рванешь 100-200 куда. Пойду радиоошейник. Она знает, то что уже одели вышли, прям рвется очень сильно. Прям как будто вот вырвалась на свободу. Ну, вот, мы с ней сейчас спокойно. Ну, так не сильно напрягает, но тянет. Все, навигатор я взял. Ну, пойдем. Чуть-чуть я побегаю. Хотя надо лыжи. Лыжи по одному возить накладно просто. Персонально возить. Эти грызут косточки. Не съели бы кого-нибудь они на выставке. Тоже с них воды идет. Посмотрят, съедят, значит съедят. Что ты сделаешь? Вышли. Тут хранилище. Палаток много. Ох, 3D-сетка. Трехметровая. Красота. Сейчас я тебя возле. Чез, пойди ко мне. Чеза. Рыбаков много сидит. Садится. Сидеть. Сидеть. Чеза, сидеть. Чеза. Чеза. Чеза, сидеть. Сидеть. Сидеть на меня смотри. Иди ко мне. Иди, гуляй. Собака должна понимать, когда немножко толчок давайте. Или рывок во время гулять. Они всегда рвут с такой радостью, что ее отпустили. О. Валяться, чиститься. Палаток много на той стороне. Хоть и будний день, да? А все равно народу рыбачит много. Вот сосновый бор такой небольшой у нас здесь. Это у нас эхо войны. Ну, люди сидят. По льду ходят. Ну, совсем не совсем ходит, но тем не менее бегает. Ох, сейчас тут все растает. Ну, не, носится по льду, обходит немного. Чеза! Полетел к мужику зачем-то, не знаю. Чеза! Оп! Ну, зачем она бежит к нему, к темному? Посмотреть, что это, что ему интересно. Шугани ее. Вот это плохо очень. Чеза! Чеза! Ну-ка иди сюда! Иди ко мне сюда! Это очень плохо. Мои фиг пойдут. Хотя это тоже моя, но я имею в виду в плане. Он на мотособаке едет. Но таких выпадов они к людям не делают. Иди ко мне сюда! Куда ты пошла-то? Смотрит на меня. Полетела. Это уже плохо, что ты к людям подходишь. Поэтому, если честно, правильно там кто-то написал, что не приветствует. Я не приветствую, чтобы кормили чужие люди, приезжали люди и кормили, допустим, да? Это очень плохо, я тоже против этого. За вкусняшки, за, допустим, чтобы кто-то приходил. Ну, понятно, с чистым сердцем, посмотреть собачек и так далее. Но для нас это очень плохо.
Сами понимаете, почему. Я объясню. Собака подходит, привыкает к чужим людям. Ее могут поймать, схватить и посадить в машину. На поводок, на веревку и так далее. Собака, пиши, пропала. Все. Вот только в избежание воровства и так далее. Людей у нас добро хватает, поверьте мне, сами знаете. Вот. Поэтому в избежание вот этих случаев у нас, у охотничьих пород, не приветствуется к чужим людям и так далее. Как бы есть только контакт. Это хозяин, кто живет в доме и так далее. Собака, вот Злата, Каюр и Белкуни может, наверное, подойти. Я не знаю. Вот это ходит, видите, сходила, понюхал, что он там делает. Черное, видите, темный этот, вот с правой стороны на экране, ну, вот где деревья, чуть дальше. Вон на мотособаке едет. Тур-тур-тур-тур-тур. В санки села, вот собака его везет. И это. Пошла, понюхала. Бесстрашная, людей не боится. Вот поэтому, с одной стороны, очень плохо приучать ее ко всем, к множеству. Это выставки и так далее. Чем реже, тем лучше. Получили оценку, и бог бы с ним, знаете, вот такого плана. И нафиг больше не надо. Вот. Чемпионами нам не становиться и так далее. К этому мы не стремимся. Ну, к хорошему, к оценке отличной экстерьера, к хорошим потомкам и все. Вот. И вот. Поэтому не обессудьте. Поэтому я тоже противник общения с посторонними людьми. Просто многие пишут и говорят то, что вот бы я бы к вам бы в гости приехать, я бы вот к собакам, еще что-то, я бы с ней, я бы там погладить, я бы с ней, я бы их полоскала, я бы их полоскал, или я бы с ним поиграл. Честно говоря, вот когда даже дети играются, это мне сердце кровью обливается, я знаю, что я делаю неправильно. Это не по-нашему, не по-лаечному, не по-охотничьи. Вот, вот честно. Собаки должны быть в контакте только со мной, к чужим не подходить и так далее. Поэтому мы с детства всегда щенков лайки просим кого-то из, ну, когда она маленькая, вот, чтобы кто-то взял веточку какую-нибудь или что, она подходит, ее с молодости, с детства, вот она подбежала, а ты ей кнутом, веткой этой. И так, чтобы больно было, чтобы она знала, что она в следующий раз пойдет какой-то человек, а у нее откладывается это в мозгу. Вот с Чезой надо это делать. Это я буду проделывать, я попрошу кого-нибудь. Либо кто-то приедет ко мне, и я буду вот так вот, либо здесь кого-то попрошу. Плохо Алика нету. Я его как-то просил, он говорит, слушай, Юра, она будет меня только не любить. Я ее, значит, отругать, она меня будет только меня не любить. Вот. Я говорю, да не. У нее отложится в мозгу то, что чужой человек подходить ему могут дать люлей. Вот и все. И это нужно делать. Поверьте мне, отучать это входит в смысл дрессировки не только охотничьих собак, но и служебных. Ворона жирная. Да, да, да. Водохранилище, между прочим, сильно село. Я думаю, река полная. Смотрите, как обвалилось русло. Осаживается все. Классно. Блин, на ту сторону что ли сходить, да не? Что там делать? Вот. Но есть собаки, которые им пофигу, если честно. Ругай, не ругай. Дрессируй, не дрессируй по этому поводу. Она все равно будет подходить. Плиточка строительная. Как грузик какой-то был для чего-то. А для чего в такое время сеточку поставить, наверное. Вот. Представляете? Смотрите, как трещины какие, как осаживается все. Она нюхает. В трещинах нюхает. А... Запахи идут, может быть, какие. Трещины, вон какие глубокие, лед как поломался.
Так, хрустит. Ну во. Морда. Что? Грязная какая-то уже или что? Давай, я тоже спускаюсь. Скользко. Грязный, конечно, в какашках вон щека вся. Это с земли. Не знаю, кто там навалил, но это и вообще кошмар. Прибавила запахом себе, да? А мне проблем. Чтоб тебе не притронуться. Сейчас я тебя об снег подраю. Фу. Смотри, на кого ты похожа. Чеза. А? Чеза. Кто это сделал? М? Сейчас будем мыться об снег. Деловая. А то нет, вон вода стоит. Сейчас искупаю. Ой, как хорошо. Чего ты смотришь на меня? Чего вырвало? Сейчас я тебя потру об снег. Пойдем по льду? Пойдем? По льду пойдем? А? Чес. Шуршит санками, да? Ну, сколько на снегоходах накатали. Иди, фу, вонючая. Помоечная. Ага. Ой, как провалимся. Ой, у меня мокрый правый, у меня протекает же. Я забываю вечно. Иди помою, коза. Лежи, лежи. Снегом я натер. Свободно. Гуляй. Пошли более-менее. Фу. Более-менее. Да, поди, я поправлю ошейник. Поди ко мне. Задний ход даешь. Иди гуляй. Гуляй, гуляй. Там вода, если что, плыть надо. Ты в курсе, не? Что там оставили? Посмотрим сейчас. Что? Что морда? Что, пойдем? По воде хватит шлепать, да? Пойдем? Что-то шастаешь, пошла. И меня как будто нет. Во, взрослеет, меняется. А это очень плохо. Поведение твое меняется. То от ног не отходило, помните, за грибами? Метр не отойдет. Что? Пошли. А теперь она, если я ее не отзываю, она бежит и бежит, и обо мне, как у хаски поведение. Было бы куда бежать. Вот, чует, она что-то запах поймала. О, встала, в луже стоит. Чует, нюхает, нюхает что-то. Хулиганье. Пойдем, пойдем. И бежит, куда ей надо. И пофигу ей на дом, на хозяина. Вот уйдет это или нет. И вот интересно. Вот я где ее помыл, почистил. Она теперь вон моется. Домылась. Вот человек видит, вышел. Сразу на стрём. Беги давай. Ну, тебя звали, что ли, прям? А? Вон сколько грязи. С шеи. Но еще не все. Давай, давай, чисти. Давай, давай, погнала.
О, ползи, ползи. Устала. Пойдем. Катя пошла. Пойдем. Песка. Фу, там трещина прям. Прям вода. Поэтому стоит. Чес. Вон, видите, темное пятно. Она подходит. Это уже водохранилище сюда выходит. Трещина. Треснул лед. И прям выходит сюда. Ну, вода на наружу. Поэтому там вода стоит. Пробила. Тут глубина, тут самое русло. Скоро лето, и как мы будем без воды? То есть мы с водой, но купать и купать. Хоть все лето проживай на водохранилище где-нибудь, на речке, и день и ночь восполоскай, спасай вас от жары. Хотя лайки приучены к жаре, выводилась порода и к холодам. Они прячутся в будке, как бы жарко не было, лежат. И этот... И нормально. Но только движение пошло, температура поднимается у собаки, она начинает язык, и все, ей жарко. А если движения нет, она, в принципе, нормально переносит это все. Не провалимся. Ну, какая трещина. Прям в дно уходит. Что-то ловит там. Чес. А, чес. Ой, чес. Нормально по воде шастать? Чес. Чес. Прыг, 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 прыг. Морда. Пойдем. Пойдем. О. Водная душа. Лохматая душа. О, трещит. Труху, труху. Садится. Пойдем, пойдем, ужин на берегу, пойдем наверх, пойдем, змей мой лохматый. Лохматей Мартын, искать медведя, дай его за хвост. Папин одеяло хозяину на шубу. Буду спать в лютые морозы с вами в сугробах. Ой. Шастает, бегает, ну, чуть пусть походит по лесочку, сосенки. Сетка огородили, нам оставили, у нас здесь будет пляж свой, вот, все облагородили, там тропинку сделали, деревья порезали, порубили, вон там, куда я сейчас показываю, вон, летит, летит, что, вспомнил обо мне? Вот там тропинка, там облагородят, все сделают, и люди смогут спокойно на рыбинспекции там и ходить. О. Ну и здесь засыпят, наверное, песка, наверное, может, привезут и что-то еще. Тут камнем, кто помнит, тут утки когда плавали. Для Чеза утки плавали, она поменьше была, не хотела ни плыть, ничего не реагировала. Так смотрела, что, чего, как. Ну, кажется, собаки приходят по-разному время свое. У кого-то раньше, у кого-то позже. Вот. И это. Ну, а так... Будет там камушки, там все, берег они сделали очень хорошо, шикарно. Вообще обалденно. Там беседку, что ли, тут вот уже поставили беседки. На той стороне, не знаю, вроде да. Чтобы выходить к берегу и любоваться просторами воды. Что ты там все поднимаешь, шакалишь, самое голодное? Фу! Фу! Ну-ка иди сюда! Что ты поднимаешь? Что ты поднимал там? Если ты шишки гоняешь и так далее, я опилки, тогда да.
Нет, это косточка. Дура она, опилки гонять. Все. Ушел. Не дам. Помоечная. Селайки такие практически. Не пройдут мимо. Вкусняшки. Хотя дома и кормят, и так далее. Нельзя. Пойдем. Фу. Идет косточка у нас слева. Фу. Нельзя. Нельзя. Скажи мне еще что-нибудь. Да? Легла. Что? Что? Скажи мне что-нибудь. Скажи, скажи. Скажи, скажи. Что не так? Скажи. И я тебе скажу. Пошли. Пошли, говорю. Куда? Ну иди. Нельзя. Ох, чизотрон. Да? Пойдем. Пойдем чуть сюда. Вернем в сторону. Нельзя. Нельзя. Нельзя, сказал. Рядом будь. Чеза. Не, так нельзя себя вести. Чтобы я тебя видел. Сейчас до угла и на поводок. Ёк-макарёк. Вот вам и траливали сапоги, сандали, да? А что делать? Что делать? Муравью приделать? Что? Че за тронище? Сейчас на поводок. Пока еще здесь гуляй. Так что не так все просто в этой жизни. С любыми собаками. С людьми. С разными людьми. Чеза! Куда ты полетела? Все очень сложно, на самом деле. Жизнь, она сложная штука. А вот такая сетка бы и стал бы красивые. Пригодились бы. 3D. Дорогая зараза, блин. Вообще кошмар. Но она вечная. Вечная. Классно, люблю. Как увидел первый раз в интернете, блин. Класс. Чеза. То, что ты скрылась с поля глаз, с поля зрения, это ни о чем не говорит. Понимаешь? Все, сейчас на поводок пойдем до дома. Кому-то повезло, он забор поставили тоже. Подешевле сетку 3D, но поставили. Огородили. Вот здесь вот участок. Что такое? Вода текла-текла. Сейчас подморозило чуть. Пойдем вперед. Пойдем. И это. Не тяни особо. Тихо, я сейчас упаду. Видишь, тут бугор остался. Там даже по досочкам чуть пойдем. И это. Вот даже я с ней сюда хожу, если как с любой другой собакой, это тоже очень плохо. А при каком-то моменте, если собака вдруг сбежит с участка или что-то еще, она знает, куда ей бежать. Попадая на вот эту зону водохранилища, допустим, или куда-то еще, она начинает болтаться. Ей здесь все знакомо, так что вот эти прогулки плачевно потом сказываются на поисках собак и так далее. Это все, конечно, лишнее. Ну, сходил я с ней, погулял. А так только машина, дом, лес, речка. Посадка, высадка, посадка, высадка. И так далее. Посмотрим, найдем какого-нибудь человека. Чтоб ты подошла. И чтоб тебе вдоль хребта. Ну, отругал. Чисто визуально, чтобы она поняла. Ну, чтобы даже звизнула. Чтоб было больно. Иначе по-другому не поймет.
лаской не перебить вот эту породу собак. Лаской их не взять. Залезет на шею, будет сидеть, ножки свесив. Да-да. Такие вот они. Хитрые, продуманные. Ищут слабинку в хозяевах. На что можно надавить, на что нет. Во многих породах это есть. Ловит момент хороший. Поэтому с ними должен всегда серьезно быть. Практически серьезно. Всегда. 24/7. Прошли. Иди сюда. Снимал-то. Да. Сейчас сниму радиошинник. Стой, стой. Здесь отстегну. Сейчас они будут тебя дербанить, воспитывать, чтобы ты все рассказала, где ты была, а они не ходили, а ты ходила. Ну что, дом учительница? Летит, летит, летит. Вилка! Каюру. Такая наглая, воровать сразу что-то. Каюр вышел. Белый, иди гуляй этот. Куда тебя рвет? Нет там у нее ничего. Куда? Сейчас я вас буду кормить. Деловые. Все, давайте по туалетам. Буду вас закрывать. Кот куда-то что-то уносит. Чеза, хватит. Вот твой вольер. Понимаешь? Чезатрон. Злата вышла оттуда. К себе пойдешь. Деловые. Все к каюру. У каюра, небось, косточка лежит. Ну, более-менее нормально. Да, морда? Сейчас ты получше бы эту косточку и... Пойду я возьму сейчас. Попей водички. Так, миски вам налить. У тебя вода, небось, есть. Да, у тебя вода есть. Здесь тоже есть. Здесь тоже есть вода. Каюру надо. Со мной пойдем. Да. Ты же знаешь, ты свою пайку не получила. Поэтому... Поэтому ты знаешь. А сказать? Еще. Чеза. Каюр сразу. Седан плиз взял. Чеза сидит. Голос. Пойдем. О, он летит. Да, вы съели все свое. Чеза, пойдем. Заглядывает. А какой. Палец в рот не клади. Каюр сам закрылся уже. Да-да-да, по домам. Бела. Куда ты пришла? Чес, иди к себе. Ну-ка. На, держи. Что? Что не так? Вы все сгрызли? Ага.
каши мы не будем, но очень хотим, чтобы ты нам дал всего-всего, да? Ага. Давай к себе. Деловые. Так, каюр воды. Обнаглели. Желудок забиваю я вам этими косточками. Он засоряется. Вы забиваете на кормежку. Плюс потеплело. Грызи, грызи свою пайку. Что? Мальчуган. Кашу кушать полноценно. Воды еще принесу. Что? Воду, воду, воду я принес, воду. Что? Вы разбалованные. Копыта я уберу в морозилку. Пусть замораживается. Не пропадет, вернее. Там мороз, замерзшая она. Пока тепло стоит, все равно второй день только. Она еще холодная там внутри. Поэтому кину. Сейчас я вам порублю все-таки. То вы так смотрите такими глазами. Ну как? Сейчас там две я брал с запасом. Сейчас я топориком порублю. На четыре части. А это я уберу сейчас в морозилку. Смотрит, вот оценка белкуни и... Да все. Несчастные, бедные родственники. Господи. Мне бы так жить. Это хочу, это не хочу. Лопат пока мне не было. Хоть бы лопату убрали. А что я буду рубить? Сейчас три так и дам. Каюр, ты мог открыть вольер? Открыть шестой. Белка, ты самая противная стала по поводу этого еды. То ты ела хорошо, потому что до этого не доедала. А сейчас ты наглеешь и борзеешь. Выбираешь, меню тебе подавай. Держи. О. На, возьми, каюр. Ну, бери. Маленькую тебе, потому что зубы. Ой, ой, танцуй еще. О, не пролазит. Ну, тебе сам Бог велел, на. А сесть. А? Пошла. Ну пусть грызут. Ладно, всем опять досталось. Чезу наяривает. С соломкой? С приправой, да? А? Не-не-не, гулять не пойдем. Все, ребят, увидимся на каналах. Надо выключать. Вот. О, посмотрю, что там это. Поеду я. Они сытые. Внимание, чуть уделил им, как говорится. Переживаю за них, конечно. Но я надеюсь, мы скоро с ними опять будем вместе. Все, увидимся на канале. Всем пока-пока.